Дорогие мастера, сейчас мы с вами рассмотрим, как работать с ресницами, которые растут вдоль века, скошенные либо кривые. Каждая кривая ресница у зоны века имеет хотя бы 1-2 мм ровного роста. Вот именно этот 1-2 мм и будут являться нашей зоной сцепки. Фиксируем пучок и отпускаем его. Мы можем увидеть, что натуральная ресница уходит с наклоном в сторону.